Всем большой привет, меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео будет посвящено вот этой вот палетке помад от Анастасии Беверли Хиллз. Она уже в состоянии просто, состояние рабочая лошадь левел 80. Я реально постоянно ей пользуюсь, я не знаю, почему я не сняла обзор раньше, хотя нет, я знаю, потому что мне уже страшно, что мне придется наносить сейчас 18 оттенков помад на губы, чтобы продемонстрировать их свотчи. В общем-то, давайте мы сейчас сначала с вами посмотрим все свотчи этой палетки, потом посмотрим их все на губах, и потом я вам расскажу про стоимость, где купить, и, в общем-то, поделюсь своим мнением о вот этой вот палетке. Ну и давайте переходить к нанесению. Итак, наконец-то я закончила нанесение всех помад и остановилась на втором цвете из этой палетки, вот на этом. Давайте я вам быстренько расскажу свое мнение. Кстати, он вот первый раз я его наносила, он лежал вообще отлично, а сейчас чуть-чуть как-то пятнистый. Не знаю, то ли текстура губ устала, то ли что произошло. В общем, это первая такого плана палитра, которая выпущена брендом, по-моему, насколько я помню. Я вот так вот не вспомню ничего подобного, особенно где были бы вот эти вот primary colors, то есть первичные цвета, чтобы это было доступно, ну, как бы широкому рынку, да, чтобы вы просто пришли в Sephora в Америке и купили. А палетка эта стоит $48 на моем любимом сайте теперь, который, кстати, мне подсказали именно вы, Cult Beauty.
beauty.com. Анастасия Беверли Хиллз есть, но конкретно вот этого продукта нету. Я так понимаю, что это была какая-то эксклюзивная продажа. Конкретно мне привозила подруга из Америки, но если бы она не привезла, то я бы просто через посредника заказала. Либо с официального сайта Анастасия Беверли Хиллз, либо с Сефоры. С Анастасии Беверли Хиллз я как-то заказывала напрямую на посредника, то есть не через помощь в покупке, но один раз вот недавно я заказала, и они мне сделали отмену платежа, потому что не приняли российскую банковскую карту. В общем, как повезет, я бы просто рекомендовала воспользоваться помощью при покупке. Я заказываю через бандеролику, но с бандеролькой, знаете, у меня уже ситуация, просто любовь-ненависть уже который месяц. Я все хочу снять отдельное большое видео через этого посредника, поэтому, ну, вот, не знаю, бывают посылки, которые просто прекрасно приходят, все очень быстро, все вот так вот, все идеально, а бывает просто дикий-дикий вынос мозга. Должна признаться, что выноса мозга из всех моих посылок было, ну, намного меньше, то есть в процентном соотношении 80, наверное, процентов прям вообще супер-пупер, даже 85, а оставшиеся 15, ну, так чуть-чуть было неприятно. Еще удобно, что я с Amazon заказываю на посредника тоже, очень много всякой мелочевки, там какие-то адаптеры для камеры, там для микрофона, еще что-то, потому что у нас просто не получается это найти. В общем, эта палетка, она идет с небольшой палитрой и с кистью. Я не знаю, где палитра, потому что она настолько маленькая, что она очень быстро потерялась. И просто, конечно, здесь нету нигде места, куда ее можно положить. Если уж для кисти хотя бы есть место, ну, просто я не хранила, почему там с одной стороны кисть, с одной стороны шпатель. Это как бы очень удобно. Но вот палитру положить вообще абсолютно некуда. В общем, это позиционируется, ну, как бы что-то типа про палитры, то есть для профессионалов, для визажистов, но также и для личного использования. На самом деле у меня просто никогда не было палитры, куда, вот знаете, многие переплавляют свои помады или просто достают их туда, ну, спрессовывают, грубо говоря. Поэтому я была очень рада увидеть такой продукт, потому что мне очень импонирует то, что здесь есть вот эти первичные цвета. То есть, конечно же, вот эти все оттенки, тут очень много, тут миллиард разных вариантов смешивания. То есть эта палитра, она как бы вот и предназначается для смешивания различных цветов. То есть сами по себе цвета тоже очень красивые, очень мне нравятся. Не все одинаковые консистенции. То есть, например, вот белый ужасно ложится сам по себе, желтый. Вот этот вот тоже ложится пятнами. По-моему, еще вот этот вот оттенок себя не очень хорошо вел. Это, кстати, все матовые помады. Вы видите сейчас финиш на губах, и то, ну, чуть-чуть на бальзамы нанесен. Это не жидкие матовые помады, это просто помады с матовым финишем. Они достаточно стойкие, они супер комфортные, конечно же, вы покушаете, когда они начинают стираться, но не так, конечно, как классические. Они все-таки, ну, если вы ничего не будете делать, то несколько-то часов они совершенно спокойно проведут на губах. Мне эта формула очень нравится, очень комфортно. И если вдруг мне начинают подсушивать губы в каком-то моменте, то я всегда могу сверху нанести либо блеск, либо бальзам, потому что из матовой помады сделать глянцевую намного проще, чем сделать это наоборот. А что меня смущает в этой палитре, я бы сделала вот особенно белый и особенно черный, вот эти вот рефилы чуть-чуть побольше, потому что, ну, хотя вот красный тоже, наверное, потому что он очень популярный здесь, вот, потому что красным можно также подкрасить абсолютно любой из этих оттенков, а вот с желтым я вообще почти ничего не делаю. Мне безумно вот лично для себя нравится оттенок вот этот вот второй, который сейчас у меня на губах, мне безумно нравится вот этот оттенок сам по себе, ну, я люблю нюдовые оттенки, вы знаете, здесь вот этот коралловый, который можно каплю смешать вот с этим вот красным, получается самый модный оттенок весны лета 2017. Очень красивое дает смешение вот этот бежевый с вот этим розовым, тоже очень такой хороший стильный нюд. И вообще цвета очень хорошие, какой-то любой фиолетовый можно получить. То есть, я думаю, вы видели, она у меня есть в фаворитах моей весны 2017. И действительно, это классная палитра для тех, у кого, повторюсь, во-первых, нету палитры, да. Для начала начинающих визажистов тоже это может быть хорошо, потому что вы за $48 покупаете как бы вообще все, а средняя цена, ну, как бы помады, она около там от 12 до $20 одной, в одном цвете, а здесь вы получаете 18 оттенков, которые вы можете смешивать вообще как угодно и сколько угодно, поэтому я считаю, что это очень хорошее предложение. По качеству, конечно же, не все консистенции одинаково хороши, и когда вы наносите из тюбика помаду, а не кистью, то меньше обычно проблем именно с пигментом, потому что одна и та же помада, вот я сначала ее наносила, было все нормально. Затем, когда я нанесла 18 оттенков, начинаю ее наносить заново, она
где-то вот чуть-чуть залипать начинает по цвету, и цвет не супер ровный, то есть консистенция не везде прям удачная. Но мне нравится эта консистенция тем, что, во-первых, эти помады не сохнут, ничего с ними не происходит. Мне безумно нравится то, что прозрачная крышка, вы сразу видите, что вам надо. Здесь удобно то, что нету разделения, знаете, нюдовая палитра, там, красная палитра, цветная палитра. Здесь, пожалуйста, все, что вообще может понадобиться, то есть, ну, любые губы практически можно вот этим вот накрасить, если мы говорим о цветной помаде, о цвете помады, то есть, конечно, это там не блески для губ, не что-то такое. Лично я очень довольна этой палитрой, потому что, ну, $48, давайте посчитаем, сколько это без доставки, если прикинуть, это 2800 рублей. То есть, ну, помада какая-то там, MAC, по-моему, стоит, ну, типа 1200, по-моему, я не буду врать, я не помню, но что-то около того, то есть помады все стоят в среднем 1000 рублей, то есть это стоит как 3 каких-то полноразмерных помады, если взять матовые помады типа там Kylie, то они стоят $18 каждая, это 1000 рублей также примерно, и то есть за цену 3 помад вы получаете 18 оттенков. Здесь всего получается 14,4 грамма помады. Я, честно говоря, сейчас пересмотрела кучу тюбиков помад различных брендов и, к сожалению, не смогла найти ни на одной веса. И получается здесь, что грамм средства стоит $3.33, почти так же, как их тени. В общем, лично для меня, я считаю, что это очень классная палетка. Вы знаете, здесь написано, что она содержит в себе нейтральные оттенки, много розовых и вот эти вот первичные цвета. Здесь действительно она такая коричнево-розовая. Я думаю, что наверняка будет выходить в какой-то другой цветовой гамме вот эта палетка. Я знаю, что ее не все поняли далеко, особенно на американском YouTube. Но, опять же, вот лично для себя за $48 тоже круто, потому что вы можете этим пользоваться, да, но если не обращать внимания на срок годности, которого, ну, по факту, на самом деле, у этого продукта, ну, как бы нет, да, то этим можно пользоваться очень и очень и очень долго, замешивать себе миллиард цветов. Ну, конечно, если вы красите одним, там, не знаю, каким-нибудь таким оттенком, то она вам вообще не нужна. Если вы любите экспериментировать с косметикой и с макияжем, и вы любите и более стойкий финиш, но при этом предпочитаете, чтобы помада была комфортной, то есть, чтобы не было прям, вы знаете, как жидкая матовая помада, то мне кажется, это отличный вариант. Вот давайте я сейчас бальзам нанесу чуть-чуть. Вот, это так сделать, это один из моих способов любимых носить эту помаду. Она просто превращается в классическую помаду, не матовую, с обычным таким финишем. И становится супер-пупер комфортная на губах. Короче говоря, я все вот это вот распинаюсь. Мне это очень и очень нравится. Надо вам это или нет, естественно, это решение принимаете только вы. И покупать или не покупать, принимаете это решение только вы. Если вы пользуетесь одним-двумя цветами и не планируете там играть с цветом, или там у вас нет на это времени, нет желания, то, конечно же, вам не нужна эта палитра. Она, скорее всего, будет у вас просто так лежать, потому что тут, конечно, с этим средством надо принравиться работать, вот так вот вывернуть лично для себя помаду из тюбика и накраситься, это намного-намного проще, чем работать вот с этой палитрой. Поэтому я вам рассказала свои за и против и свое мнение, и я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Если да, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, потому что вы так очень сильно помогаете развитию этого канала. Ну и мы с вами скоро увидимся, до встречи и всем пока!